Привет! Здравствуйте! А что я расскажу о нашем канале? Мутить. А кто я? Я... Чего вы себя ржете? Работаю доцентом на кафедре гистологии, цитологии, эмбриологии Гродненского медицинского университета. Вам понятно? Понятно? Как сказать? Фамилия моя Лис, имя Руслан, а отчество Евгеньевич. Если вы смотрите наш канал, который называется «Кистоты», значит, у вас есть интерес, естественно, гистология. При этом интерес шкурный. Скорее всего, вы хотите стать гистологией. А чего ты смеешься? Этот канал был создан для того, чтобы облегчить, в общем-то, жизнь преподавателей, в первую очередь, а не студентов. Потому что студенты, которые не сдают гистологию, они приходят многократно пересдавать. Ну, а это, соответственно, напрягает преподавателя. Выйдите обе, действительно, вон! Хорошо. Значит, желательно записать. Я делаю селфи. Инициатор этого проекта, естественно, соавтор, это понятно, Аладьева Татьяна Леонидовна. Татьяна Леонидовна, помашите ручкой! Йоу! Все. Если успели записать.